Сегодня бульвар Дача в столице выглядел как настоящий муравейник. С раннего утра десятки сотрудников зеленого хозяйства приступили к работе. Мы работаем по 7 часов, начинаем с 8 утра и заканчиваем в 4. В наши обязанности входит очистить деревья, все это собрать и погрузить в трактор. Это все делаем мы, работники зеленого хозяйства. Потеплело, и мы вновь вышли работать в сектор. В нашем видении вся ботаника. В руководстве зеленого хозяйства отметили, что все 250 рабочих, вышедшие на уборку, прошли специальное обучение. Здесь все зависит от времени. Если холодно, мы не выходим. Если потеплело, то можем работать. В этом году мы начали в феврале. Это рано. Есть некоторые действия, которые практически ежедневно выполняются сотрудниками зеленого хозяйства. И они происходят как по ежедневным, так и по недельным планам. Мы следим за порядком в городе и поддерживаем территорию в надлежащем санитарном состоянии. Два дня назад генеральный примар муниципия Ион Чибан опубликовал в Фейсбуке пост, в котором сообщил, что лично осмотрел город и остался недоволен увиденным. При этом Чибан уточнила, что ждет ответа от муниципальных предприятий, в котором будут указаны сроки и план работы по каждому сектору. Также генпримар сообщила, что как только в городе станет теплее, будет запущена кампания по уборке столицы, а также возобновится кампания по посадке деревьев. Светлана Туркуйло, Новидрашко, Дмитрий Паршуков, Акчен ТВ.